Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очередной интересный обзорчик нового Талантика «Проклятый доспех». Талантик, скажем так, не особо топовый, но очень интересный для некоторых героев. Я вам показывал уже его на примере Вольта. И скажу, Вольт с ним действительно стал намного лучше тем, что он себя не убивает образной отражалки. Я вам сейчас покажу список героев, которым бы я поставил этот талант, особенно если вы там донат, без донат, нету выбора. Талант сам по себе дает урон, то есть он по сути как бывашка, но дает еще преимущество то, что уменьшается отражаемый урон. И соответственно некоторые герои в этом нуждаются, особенно герои массовые, которые задевают помимо там юнитов зданий, задевают героев, на которых стоит там либо ракушка, либо встроена отражалка, как Асура, там как хранитель. То есть вариантов очень много, там огненная защита, все у нас, скажем так, есть, даже те же самые отражалки по 15%, вот победный выпад тоже дает отражение. То есть все нюансы вот эти, вот этот талант нивелирует, скажем так. Есть у нас Бугимен, у которого это все встроено, то есть он получается. Даже тот же самый Атлант, кстати, против которого реально очень сложно иногда воевать, но ничего не сможет сделать, если у вас будет стоять там либо талант, либо руны. Так. Вот он. На первом уровне, конечно, это все фигня. Вот начиная с 6-го он уже там начинает давать плюс-минус неплохую отражалку на максималке 7000 и 110% урона. Ну, максималку, опять же, без доната нереально. Вот обычный вариант. 75% атаки и 9000 отражения. Какие есть варианты? Конечно же, самый лучший вариант — это руны. Потому что рунами вы сможете намного больше добиться, скажем так, эффекта, потому что вы сможете поставить там ремку, оживу и кучу разных вариантов в зависимости от героя. Давайте так, я сейчас вам повыставляю героев, которым бы я поставил, которых я использую, допустим, там рунами, либо талантом, либо буду менять, ставить. Почему, сейчас это все вам расскажу, на некоторых героях даже на примере постараюсь показать. Такс. Я вам не буду показывать таких там, как Гарпия, но я думаю, смысла нет. Даже без доната особо использовать этого героя не будут. Да, и смысла нету тратить такой талант, лучше его придержать там. Зависит, конечно, от ситуации, но я вам постараюсь в основном показать самых таких востребованных и основных. Вы спросите, почему тут нету огника. Ну, смысла на огника такого таланта, я считаю, нет. А даун там, ставите ему ошибку там и что-то другое, этого вполне хватит даже против того самого атланта. Так. Ну, вроде таких основных выбрал. Можно даже, кстати же, и на того же самого Ару поставить. Тоже очень часто сливается, если вы его используете. В общем, такой вот список. Начнем с Командоры. Командора с оживой. Ей нужен урон. В принципе, уже этот талант подходит. Также она часто, из-за того, что она массово бьет, сливается там на хранителей и на прочих. Для нее этот талант подойдет на атакующие, скажем так, режимы, потому что я показывал вам две сборки. Есть дефный вариант и есть атакующий вариант. То есть и туда нереально что-то подобрать. В любом случае ожива нужна, ожива самая топовая для нее. Ставить и рунку там, либо атаки, либо дефа, и
используете на определенной локации, это тоже вам показывал. Минотавр. Ну, Минотавр, конечно, это самое, скажем так, донатные в использованные герои. Там подземки, рейды, та же самая битва гильдий, очень много разных нюансов. И он зачастую сливается на отражение. Думаю, многие это видели. Сейчас мы это тоже попытаемся словить, посмотреть. То есть он сам себя убивает за счет своего урона. У меня, конечно, он прокачан сейчас на максималку. То есть он у меня выносит здание в любом случае. Но бывают моменты, когда там есть юниты, и он попадает по герою с отражением, он сливается. Ставите ему ремку талантом. И плюс, допустим, этот доспех, там в зависимости от ситуации, можно железную волю. Но вот с этим доспехом он у вас даже в том же самом рейде при фарме сливаться не будет. Ну, тогда надо будет думать ему над защитой от стана, то есть придется ставить слона. Вольт, ну, за Вольта я недавно показывал обзорчик, можете посмотреть в плейлистах. Ремка плюс талант, либо талант плюс ремка этой сборки вам с головой хватит. Обалденный получается. Обалденная сборочка, которая действительно себя оправдывает. Сердцеедка аналогично как Вольт. Делал недавно обзор, показывал. Просто против Асуры, там Хрона, она просто их разбирает. Она себя еще и хилит, поэтому однозначно да. Анубис. Вариант поставить рунами. Вариант поставить даже талантом, так как он зачастую сливается от атланта, от героя с отражениями на битве гильдий. Его сливают благодаря этому так. Конечно, он не будет сливаться, но есть, ну, вы теряете его деф, его фрейя там свободно разбирает. Ну, она в любом случае его свободно разберет. Некрос, аналогичная ситуация. Очень зачастую дохнет, он бьет массово. От отражалок сам себя сливает, это основная проблема, поэтому ему талантом ожил лепите и рунами этот талантик, и проблем никаких не будет. Афинка, ремка плюс этот талант, и намного будет легче, она тоже зачастую сливается за счет своего урона, а тут у вас будет вообще все налегке. ПБшка, массовый дамагер, то же самое. Очень зачастую сливается в PvP локациях, особенно где есть хранители, его шатают. С такой руной, скажем так, он будет довольно-таки неплох. Но Махатма — это отдельная ситуация. Самое больше, чего он боится, это, конечно же, отражение, потому что у нее обалденный дамаг, скорость атаки, и, соответственно, если она у вас с отхилами, поставить этот доспех, она не будет бояться ни хранителя, ни Асуры. То есть единственное, что смотрители, то она себя отхиливает, делает себе деф. Розалинда, новый наш герой, показывал уже ее в действии, и реально она боится отражения. Герой очень универсальный, очень интересный. Я проходил с ней древние испытания, их вы тоже увидите, поймете, почему она действительно имбовая. И на там 40-х есть хроны, ну то есть хранители, которые с отражением. И я имел, ну, очень зачастую проблемы с прохождением из-за того, что она сливалась именно на хранителя, который был включен. То есть такой вариант тоже талантиком поставить, там, либо рунами, ну, лучше, конечно, рунами, и будет чудесненько. Ну, одержимое это как вариант, подземочный вариант, ПВПшный вариант для некоторых тоже зачастую сам себя сливает. И показывал я вам его с пактом, ну, тоже вариант, как бы, почему бы и нет. Ну, Фрэнки — это отдельная история, любая отражалка за счет своего количества ударов, скажем так, молнии, он сливается на любой отражалке очень быстро, проще всего его слить, это просто берете хрона, и он сам себя убивает, скажем так. Но с такой сборочкой он уже будет не настолько уязвим. Ну и, конечно же, Ронин, битва гильдии, хранитель. Да, недавно, вы знаете, я вам показывал, что очень печально все, когда Ронин начинает атаковать там, через хранителя, через Асуру, он просто не может пойти. Соответственно, мы сейчас тоже поищем расстановку и потестим. Так, окей, поехали. Сейчас я гляну, что у меня есть. Так, командора.
Ну, я думаю, смысла я вам покажу. Давайте так, основных захотите уже обзорчики, пишите в комментах, кого вы захотите, я вам покажу уже на обзоре. Давайте так, Минотавр, думаю, многим интересно. Блин, что-то подвисает. Так, Руни. Роним. Ну, конечно, роним немножко не той сборки, которая нам нужна. Но сама суть, чтобы вы увидели. Так, где-то у меня еще. Хотя, в принципе, тут без разницы, можно поставить 6 уровня, это будет не столь страшно. Вот оно без тоже. То же самое. Сердцеедка. Ну, давайте Нубиса. Правда, ему надо будет набрать энергию, чтобы включился. Ай, подвисает. Надо почистить, обновить. Видите, сам походу сам Нокс подвисает. Ладно. Так, ставим Минотавр. Пробуем. Анубис у нас уже есть, если получится. Так, сердцеедка. Ну, Вольта я вам показывал уже. Еще раз покажу. Так, Ронин. Ищем Ронина. Так, поехали, посмотрим по рейдам. И на этом рейде попробуем в экспедиции что-то найти. Ну, тут, конечно, в рейде, я не знаю, будет нам проблем, но, наверное, кого-то затащить. Придется все-таки искать на экспедиции. Да, тут варианта. А, вот, кстати, отличненько. Вот, смотрите, хранитель, да, есть. Сейчас посмотрим. Он хрона так ушатал. Только урона, он просто его вынес. К сожалению. Надо все-таки создать тут аккаунт Twink для теста и прокачивать по чуть-чуть героя. Так, Асуру не вижу. Асуру либо Хрона нам надо найти. Желательно вдали от всех. Вот опять же, давайте попробуем. Вот, я не знаю, вам видно должно быть, да, вот хранитель был включен. То есть и Ронину как бы пофиг. Обычно зачастую 2-3 удара и Ронина просто нет. Ну, я думаю, те, кто бегают на битве гильдии, думаю, большинство из вас юзают Ронина, знают, что самая большая печаль — это отражение, поэтому ему скилл не надо качать, потому что будет сливаться на отражалке. Блин, чё ж все так, когда надо, когда не надо, полно, когда надо, никого.
Вообще, смотрите, не могу найти ни одного Асурика. Либо Хрона отдельно. Что такое это, а? Только кучу дырок вижу. Печально. Что-то походу тут нету любителей. Асурика. Так, ладно, пойдем сейчас на экспедицию. Там мы быстрее найдем. Как хорошо, что ввели карты. Так, давайте тут соберем. Этот есть, этот есть. Там еще сердцеедка. Можно многим героям, конечно, поставить, но это не особо будет актуально, честно говоря. Так, это немножко не тот. Сейчас постараюсь. Больше всего не люблю вот это вот искать. Надо все-таки заняться аккаунтом. Такс. Ронин. Ну, по-моему, это он. Так, ну тут думаю. Без надобности, скажем так. Сейчас подальше зайдем. Думаю, будет поинтереснее. Ну тут, конечно, мои герои, блин, 20-е, и тут они будут в любом случае выносить все очень быстро. Минотавр и Вольт, поэтому надо будет, вот видите, что делается. Да, даже вам не смогу показать, в принципе, я и так показывал на тестах, но, к сожалению, я смотрю, мы сейчас ничего толкового не найдем. Главное, что я вам рассказал. Так. Вот видите, он тот же самый Анубис, он выносит быстрее того хранителя, чем он включается. Так, тут никого не вижу тоже. Так, ну, Хрон, включись. Быстрее сейчас. Вот, включился. Вот, смотрите, Анубис получил урон и, соответственно, ну, тут, конечно, его Фрея. То есть он не сливается от хранителя, он лучше сливается. Блин, то же самое. Да, в общем, надо качать, качать новый аккаунт и на нем тестировать. Один против, потому что, ну, вариантов не вижу. Либо брать у кого-то аккаунт с хорошими прокачками, но опять же... Так, что тут у нас есть, Хрон? Блин, нету никого. Смешно, конечно. Вольт отфигачил. И отражений не вижу. Все шатается с одной плюшки. Плюшки. Так, Афина. Без варианта вообще.
одно здание не добили. Так, Афина, хранителя нету. Блин, так хорошо, Афинка был бы хранитель еще. Дерево Дрейк Фрея. Вот, отлично, тут хранитель есть. А тут сейчас вынесутся все, и он не активируется даже. Еще себе. Видали такое? Ну-ка попробуем Ронина запустить ради интереса. Ну, чтобы его не слили. Вот Хрон сейчас должен включиться. Вот, смотрите. Вот если был бы явный пример отражения, он по 9 выскакивает. Ну, блин, тут залпом слили. То есть в таком вот случае... Как правило, скажем так, Ронин просто сливается с пары тычек. Та же самая вот, то есть любой герой просто сливается, получается. Потому что отражение у Хрона, оно там около 70%, если я не ошибаюсь, на максималке. Но вы видели, что он получает по 9000, то есть питомец, по сути, отхилит ему весь его урон. Думаю, я на битве гильдии уже потестирую в следующий раз вам, чтобы вы уже долго видели, но... Я уже, в принципе, это все тестил, поэтому просто рассказываю. То есть этот талантик действительно интересен, актуален. Рунами там, талантам смысла нету, а вот рунами для бездоната получить бы его хотя бы там минимально. И битву гильдии можно будет бегать через того же самого Асуру, либо хранителя. В общем, вот так вот, ребят, затянул я немножко видосик, но я вам постарался хотя бы показать, рассказать. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.